Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус убил свою подругу Риву Стинком предумышленно, настаивает обвинение. В ЮАР в четверг началась заключительная стадия слушаний по делу знаменитого бегуна. Писториус утверждает, что застрелил Стинком по ошибке в собственном доме, приняв за грабителя. Трагедия произошла 14 февраля прошлого года. Суд без труда отвергнет его версию событий, сказал в частности прокурор. Он напомнил, что в 3 часа ночи Стинкамп заперлась в туалете с мобильным телефоном и была одета. В четверг в зале суда впервые находились отцы погибшей и обвиняемого. В пятницу после завершения прений судья, как ожидается, объявит дату оглашения приговора. Если Писториуса признают виновным в предумышленном убийстве, ему грозит пожизненное заключение.